совсем недавно на видеосервисе «Смотрим» от канала «Россия-1» состоялась премьера остросюжетного детективного сериала «Подражатель». Сюжет сериала разворачивается в Санкт-Петербурге, где происходит убийство, детально воспроизводящее преступление 20-летней давности. Много лет назад Анастасия Перевезенцева убила 8 человек, которые были замешаны в гибели ее родителей. А вскоре новоявленный преступник сам объявляет себя подражателем Перевезенцевой. Следователь, которому поручено вести дело, вместе со своей ученицей решает привлечь к расследованию саму Анастасию, ведь только она может понять подражателя. Будет ли второй сезон? Канал «Россия-1» славится многосерийными мелодрамами и детективами, которых в арсенале канала огромное количество. Теперь копилка пополнилась и сериалом «Подражатель». К сожалению, огромная часть таких сериалов – это проекты на один сезон, в которых сценарий изначально не предполагает продолжение. Таким и является сериал «Подражатель». История, рассказанная в картине, имеет логический конец, и продолжение делать нет никакого смысла. Но если канал «Россия-1» и выпустит новые серии, то случится это не ранее осени 2022 года. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.